Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Ну что, безумные правила у нас. Но я вначале, наверное, сделаю ежедневки. Так, поехали. Повысьте силу трем зомби, выиграть у хитрым зомби-героем. И повысьте силу зомби до 6 единиц. Повысьте силу зомби. Повысьте силу трем зомби. Давай какой-нибудь поменяем, наверное. Задание-то. Выиграйте игру мегавыросшим растением-героем. Ну что, поехали. Мегавыросший растение-герой. Это кто у нас? Это у нас... вот это же, по-моему, да? Мегавыросший. Ну, давай попробуем за зубастизилу играть. Сейчас я только гляну, что здесь, ребята, у нас... Может, вот этих вот добавить? Блин, я даже не знаю. Ну давай попробуем, фиг с ним. Что-то, конечно, не очень хорошее у меня ощущение, что мы здесь, наверное, вылетим по полной программе, но попытаться надо. Нам выпадает какой-то папи-санта. И это у нас высший ранг. Так. С третьего хода только начинается, блин. Ну, родник мне дали. Так, смотри, что делает. Блин, нафиг мне этот кабачок-то здесь? Скажи-ка мне на милость, зачем мне тут кабачок? Ну, в любом случае, вот этого придется хлопнуть, ребят. Дальше будем смотреть. А что наваляли, а? Ой, хорошо наваляли. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Да и хорош пока. Так, что у нас там выпадет сейчас? Набор карт или что? Да. Кого он сюда поставит? Окей. Ну, поехали. Так, ну, я не знаю, хил. Можно будет хильнуться, в принципе, и поставить, наверное, лужайку хилищую или как. Этого бомбанем. Наверное, сделаем так. И вот так вот сделаем. А там уже посмотрим. Кровожадность ставит. Ну, хорошо. Неплохая карта. Ага. Угу.
Пам-пам-парам-пам-парам-пам-пам. Если я поставлю... Подожди секундочку, может быть лучше нам сделать вот так? Да и хорош пока. Можно было... не того я сожрал, надо было вот этого хомячить. И все. Давай сделаю так. И, наверное, вот так. Сдулся парень. Парень просто сдулся, ребят. Ну что, мы выиграли с тобой мега выросшим растением. Так, забираем свои кристаллы. Теперь нам нужно повысить силу зомби. Плюс. Мы с тобой в прошлый раз бессмертие пытались как бы, да? Поиграть. Выигрывать. Ну, в принципе, как вариант, ребят, очень даже неплохо было бы, наверное, да? Что, будем пробовать? Опять же, ребята, очень много вот таких вот карт крупнокалиберных. Ладно, хрен с ним, попробуем. Нам нужно прокачать до 6 единиц. У нас как раз есть козел, которым этим делом займется. Блин, ну... Подери. Не очень, ребята, хороший вариант пошел. Не очень. Бонгчой, да? Ну, поехали. Один, да, по-моему, здесь, да? Отлично. Он рикошетит. А мы сейчас его уничтожим. Давай сделаем так. Давай так, поставим. Так, ну здесь понятно, что сработает блок у нас. Два. Друзья, в опасной ситуации в данный момент. Мы в очень опасной ситуации. Знаешь, что самое противное? Что у меня хил не сработает. Он в любом случае уже не сработает.
И вот здесь вот, в этом моменте ты думаешь, блин, почему у меня нету могил? Могил нету, могил, понимаешь? Давай еще разок. Первый раз не считается. И начало там какое-то не очень хорошее. Вот если бы этот бы мне выпал бы, да? Может быть, из этого вышел бы какой-нибудь толк. Кактус. Ну давай. Ну этот халабуда, блин. Да я ничего на пока ставить не буду, ребят. Попробуем. Попробовали. Орехи. Орехи, друзья мои. Давай так сделаем, наверное, пока. Слушай, ну, скорее всего, у него тогда и бомбы будут. Давай проверим. Угу. Поехали. Так, раз гриб, друзья мои, ну что мы тут по поводу гриба сделаем? Наверное, вот так вот. Смотри, а. Я все равно хила поставлю здесь. Своего. Так, вот сделаем еще. Так, запомнили. Бумажка не была, потратил ее. У меня, правда, жизнь и здоровье кончается. На подсолнух меняет. Угу.
Ну, допустим. Так, что там еще придумаешь? Подожди, а какого лешего-то? Ой, хорошая карта, ребят. Если он сейчас кого-нибудь сюда посадит, друзья мои. А, вон как он делает. Я думал, что он сейчас сюда зомби поставит, и мой этот уйдет, и все. Короче, бессмертие здесь отвратительно себя показало. Пойдем хитрым зомби-героем выигрывать игру. А хитрый, кто у нас хитрый? Хитрый. Вот, наверное, великанус у нас хитрый. Попробуем за великануса отыграться. Мне уже на самом деле пора уже как-то в 46-й ранг попадать. Может быть, уже даже полтинничек брать. Попадает еще и роза к тому же. Че за колода-то опять? Твою налево, ну... Откуда эти два оболтуса-то вылезли, блин? Который здесь ползает. И на воде-то у меня никого нет, по-моему. Начинается, короче. Так-то ты можешь, господи? Смотри, заморозку потратил. Подождем пока. Ой, хорошо как, ребята.
Наверное, сюда. Нет, сюда придется, ребят. Да, нет, подожди, если мы сюда бомбанем, же у нас... Ну, что он там задумался-то опять? Кого-то превратит, наверное, да? Превратит во что-то неприятное. Друзья, не стал ничего делать. Так, не дай бог у него там этих бобовых целая куча будет. Он же на бабах начал играть, ну да. Как ты долго соображаешь. Ладно, подождем. Блин, конечно, у меня выбор карт внизу, ты видишь, да? Такой себе. Похоже, ему все рвет. Ну, я никак не думал, что Роза как-то вот так вот сыграет фигурка. Начал это резво. Так, ну что, ежедневки мы с тобой выполнили. Пойдем теперь на безумные правила. Так, в конце каждого хода карты обоих игроков будут дешеветь на одну единицу. Самое время воспользоваться стратегической колодой чистилище из комплекта колоссальные ископаемые. Колоссальные ископаемые. Я буду играть за орех. Удешевлять, да, будет? Ну, ждутки тебе, парень. Даже так. Давай смотреть. Я ему фиг дам, ребят, сундук вот прокачать. А перебьется. Слушай, он издевается, что ли? Я не могу понять. Блин. Блин, фигня как-то получается. Давай, наверное, сделаем так. Прочь. Ну тут понятно, тут сработает блок у нас. Да какой вызов ты?
Дело дрянь, друзья мои. Дело дрянь. Так, ну этого, я думаю, пробьем. Давай, наверное, сделаем следующим образом. Подожди секунду. Так. И вот так. А здесь, наверное, вот так. Так, 5 единиц энергии у меня. Я в нормальном смысле. Нет, ну это уже, друзья мои, ну это уже нечестно. Это, друзья мои. Зашибись. Когда у меня карт не осталось, ему выпадает вот это дерьмище. Ну как ты можешь это сказать, что это чисто случайность? Нет, ребят, это не случайность. Выпало ему, блин. Представляешь, выпало. Кидай вызов. Кому? Лимон Рэю? А кем я играть-то буду против него? Ну давай попробуем. Кого я взял-то, блин? Мне надо было брать розы, блин. Зачем я... Ага, грибы. Грибы. Грибы отсюда. Ну, ядрен, Матрен, нужно что это выпало тут? Да. Два гриба. Ну давай ты поменьше разговаривай, побыстрее делай. Я не удивлен. Вот этому ребятушку я не... Нет, удивлен. Мне колода, конечно, вообще не подходит. Против гриба драться, ребят. Поехали. Удешевляем карты. Давай сделаем вот так вот. Две и хорош пока. Угу. Я, наверное, какую-то фигню, ребят, сейчас сделал, на самом деле. Зачем я... Упс. А смысл, друзья мои?
Здесь у меня ничего не получится. Ну, я выкину его. Одну единичку он все равно получу. Фейл? Голода неподходящая совсем под эту игру. Я не хочу реванша никакого, я хочу сейчас просто пойти и убивать себе тебя. Если честно. Так, ранг будем пытаться, ребят, наверное, набить с помощью... С помощью розы. Попытаемся. Раз на раз не приходит, ребята, опять же повторяю, на планшете все идет идеально. Да ядрен матрен, но... Ну и че? 9,5. И сейчас будет минус 2, минус 2. Наверняка, 100%, ребят. Если сейчас бесенок начнет под ускорение играть... Ну, начнет этих мелких выбрасывать, да, под кровожадность, то, скорее всего, у меня ничего не получится пробить его. Блин, как мне локоть-то, блин. Это он думает так долго, или это он сдался? Или у него игра глюканула, ребят? Рэй, еще раз спасибо. Угу. А, спасибо. Спасибо большое. Отключился, друзья мои. Так, поехали. Поехали, будем пытаться. Угу. Ну, поехали. Попробуем так. Пока-пока. Плохо вот это, конечно, но... Так, давай мы, наверное, его заморозим здесь. Пока. Потом поменяем ему... А хотя фиг менять ландшафт. Добор будет делать, да? Два этих, блин, вот нафиг они мне нужны, друзья, ну. Два. Черт тебя подери, блин. Как он вредит, а? Кто бы знал. Ай, попробуем так. Thank you.
Как будем делать, наверное, так вот? Ага. Заморозочка у тебя. Блин, нифига, аж три. Так, сколько тут получится? 5 и 7. Да, дофига. Я не знаю, что там у него и кто там у него, ребят. Сейчас будем смотреть. Блин, пипец. Попал. Ну тут хана. Тут хана, друзья, как ни крути. Говно на заморозках, а? Уж бесит на самом деле. Да фиг ли вот этих вот три паттайи эти выпало, блин. Три паттайи. Или как там, папайи, паттайи. Какого лешего-то три? Этого вообще ни одного не выпало, блин. Под кукурузу, блин. Будем бомбить до последнего. Как? Не до последнего? Как раньше говорили? До талого. Пока я не получу раунд сегодня. Заколебала уже вот эта вот хрень, блин. Опять это дерьмо вылезло здесь. Вот от этого ландшафта я вообще, ребят, не вижу профита вообще никакого. А у меня не совпадает, чтобы был ландшафт и этот выпал, понимаешь? И чтобы выпал лепесток, блин. Ну давай там уже, блин, соображай быстрее. Богатый парень, значит, у него еще должен быть ландшафт, ребят. Верно? Мне кажется, что у него должен быть еще ландшафт. Это пипец, просто пипец, ребята. Такого фарта я вообще давно не видел. Ну как это называется? Ну вылезло, блин, это хмырье, блин. Сейчас 6 в лицо, блин. У меня остается 4 хп. Нормально? Я в ужасе. Че я все время эту чешку-то беру? Ну и чё? Да. Ну
Ну хоть что-то повезло. Хотя это не факт. Угу. Наверняка имеет какой-нибудь призыв, да? Карт еще, ё-моё, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. У меня пять. Здоровья у меня шесть. Вылезло чудище. Сейчас, прикинь, бомбанет. Вот это будет прекрасно просто. Все, друзья мои. Все ему под руку идет. Все-то у него есть. И то, и все, блин. Так, где моя роза другая? Немножечко. Сейчас, подожди, ребят, найду. Она должна быть с этими быть. С грибом. Да, блин, не это. Там, вот. Вот, вот эта вот колода. Подожди еще разок. Черт, блин. Пятая, да, была? Все, запомнили, пятая. Заколебало. Все у него есть, блин. Поставил 5-7 и бомбанул просто ее. Ни одного опять, ребят, ни одного лепестка, ни одного хила не выпало, блин. Понимаешь? Вот то, что мне нужно, оно не выпадает. Один хил выпал в начале, блин. И все. Ну вот опять за свое, а. Что ты прикажешь мне с ними, с двумя сделать, если ты мне даже не дал росток, блин? Вы как меня вымораживает вот этот вот этот дисбаланс, друзья мои. Просто дисбаланс, самый настоящий, блин. Просто он не дает мне даже ничего сделать. Придурок, блин. Да не этот придурок, а игра вообще идиотина, блин. Вова, 15, поиграем. Может быть, когда-нибудь. Хер ли ты мне вот дал, блин, вот это вот. И отсюда. Вымораживает, блин. Я не знаю, он сейчас опять, наверное, свою могилу, да, эту будет лепить. Давай посмотрим, что там у него. Что там за карта? А там мишень. Есть в бок. Херок, блин.
Ну эту тварь надо валить. Эту надо гадину валить. Что там, вирус? Вирус, наверное, поджидает, да? Нет? Наверное, бомба там, или что, я там не знаю, что там может быть. Нету бомбы, да? Ты заколебал ты этого все время доставать-то, а? Вот. Вот, ребята, вирус он сдал. Он ждал вирус. Ну понятно, сейчас табло. Табло размажет, блин. Такое себе, ребята. Вирус, наверное, вытянул. Вот смотри. Ни кукурузы, ни хрена, ребята, не дает. Понимаешь? Этого говнаря мне не подбить сейчас в данный момент. Вообще никак. Давай так попробуем. Шаманит, блин, опять шаманит. Все, не нашаманится никак. Две бонусы на копайке. Конечно, начинает шаманить. Конечно же, друзья мои.
Хоть бы этот в блок попал, а? Это, наверное, и будет. Сейчас начнет свои вирусы клепать, блин. Давай в блок. Отлично. Да твою, блин! Ну что там у него? Я уже не помню, ребят, что у него там может быть. Ага, вот что. Все, короче. Я уже не знаю, ребят, что здесь делать. Давай менять тогда другого. Не будем розой, будем теперь, блин. Ну как это назвать? Ну, ёпрасоте, блин, вообще. Ну ты посмотри, ну. Посмотри внимательно. Посмотри. Три кукурузы, блин. Три этих, этот, три хила. Ничего из этого не падает, ничего. Выпадает вот это дерьмо, блин. Вот это выпадает, вот это вот. Вот, основные карты, вот они, внизу, блин. Они мне дают их, блин, либо в начале, в самом, блин, либо вообще тебе их не дают. Понимаешь, вот чем меня раздражает? Вот это вот. Где баланс, блин? Где баланс? Дайте мне, блин, половину колоды дешевых карт, половину колоды сильных карт, блин. Нет, они тебе дают либо сильные карты все, либо вообще никаких карт не дают. Дерьмо всякое подсовывают. Понимаешь? Как будет тебя вот это не бесить? Я, по-моему, любого взбесит, блин. Любого взбесит. И такое ощущение, что это по отношению именно ко мне в данный момент. Вот в игре такое происходит. Я, конечно, могу, ребята, там, ну, приукрашивать, но ты сам видишь, все. Все идет против тебя, блин. Потом находишь какого-то определенного персонажа, и у тебя идет, знаешь, рост в игре. Рост, рост. Ты можешь взять ранг, два ранга, три ранга, четыре ранга на одной, блин, на одном каком-то персонаже. Потом решил поменять. Как вот я помню, играл на каком-то... Вот сейчас смотри, вот он ждет, да, огурца. Чтобы я поставил огурца, хрен я ему поставлю этот огурец. Или все-таки поставить? Ну, давай проверим. Вкусняшка. Карамельку возьму. Так, 8 лицо ему обеспечено, да? Хорош. Yeah.
Да ну нафиг это убрать сейчас. Я ну так сделаю. Так, ребят, что нам тут сделать можно? Нам можно сделать вот так вот. Поехали. Давай смотреть. Так, я не знаю, превратит ли этот. Эти, по-моему, не превратит нифига, да? Ну, если, например, сделаю так. Кто там у него был? Ага, понятно. Ну, в блок. По идее, в блок должен бомбить, ребят. Да и твою медь-то, блин. Просто меня это уже выбешивает, ребят. Да какого хрена происходит, а? Просто взрыв мозга. Просто взрыв мозга, ребят. Ну не стал тратить шарик он, хотя он 100% у него был. Давай так сделаем. Дополнительную энергию взял. Ну что, бомбить его? Ну давай бомбанем, собственно. Придурочный, блин. Конечно, надо подлечиться. А мне надо сдохнуть.
Ребята, стерва вылезла. А, вон у него что, кажется, есть. Ну ладно. Я его пробить не смогу, прикинь. Вот этого идиота я не смогу пробить, он что, в броне, блин. Вирусы, ребятушки, что же вирусы, блин, лепят? Что лепило, чё-то вот. Заколебал уже, а? Просто заколебал. Как ты мне дорого. Уже, блин, уже не знает, что сделать. Опять что ли куравочек будет или не будет? Не знаю, ребят, пока. Ну нет пока мне смысла, ребят, наверное, здесь что-то делать особо. Дороже. Кого он там превратится? В какое дно? Ну, этого бомбить будем, ребята. Двоих будем бомбить. Бздит, когда страшно, ладно? Я не знаю, ребята, кто там у него может быть. Давай так сделаем. Понял, кто у него там сидел? А все. Все, парень, до свидания. Не поможет тебе шаманство. Или поможет? Не помогло, ребят. Ух, прям повеселел. А опять же, ребята, на грани фола играли мы. На грани фола, блин. Поехали дальше. Вообще надо колоды, ребята, уже на самом деле пересмотреть, потому что метод постоянно меняется. Она меняется чуть ли не каждую неделю, а может быть даже и раз в 4 дня. И так как я играю на старых... Не то, что даже на старых методах. Я играю на том, что... Как бы тебе сказать? Играю на том, что сам придумал. То, что для меня удобнее. Не стратегические колоды, которые есть... Многие играют в них. Я именно сам выбираю то, что мне надо. Вот это неплохой парень. Вот только реализовать бы его еще как-то. Как ты его тут реализуешь, блин? Но надо пытаться... А вот, ребята, и реализация, в принципе, подоспела. Банана!
А вдруг у него шарик, если еще что-нибудь в этом роде? О, проскок. Давай прям в блок. Будь добр, в блок прям вот. Шмыгани в блочину. Красно. Банана-то банана. Бомбить-то как будем? Банана, блин. Как бомбить-то? Я не знаю, ребят, как бомбить. Давай так сделаем. Ох ты, ох ты, ох ты. Вот тварь. Теперь давай думать, как это... А, ну вот, бомбочка есть. Хера ты, блин, высунулся. Что мы тут можем сделать? Как его наказать? Ну, этого, например, вот так шваркнуть можно. Хм. Я, ребят, только такой вариант вижу. Больше пока ничего не вижу, ребят. Вообще. Надеюсь, в блок прилетит. Как ты мне дорог, а? Но этого накажем. Сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Неприятно. Давай побольше этих всяких. Ну, двоих-то мы точно снесем. Надо. Ну, если, например, блин, тут видишь, в чем проблема тут. Давай сделай так вот. Сделаем вот так. И вот так.
знаю, не знаю, ребята, что получится дальше. Сейчас блок вызовет двух хламонов, скорее всего. Ну да, амфибии две эти. Так, ребят, 7, да? Семь и два. Девять. Если у него сейчас есть кровожадность, то мы проиграем. Ему одного балла, ребят, не хватает. Ему одного урона не хватает, чтобы меня победить здесь. А вот если кровожадность будет, этот пробивает лучом через все поле. Меня задевает, соответственно. У него не было. У него, друзья мои, не было. Пираты, блин. И видишь, вовремя как бомбочки-то нам выпали. Гриб этот, ядерный гриб. Как он вовремя здесь выпал. Два раза он меня спасал. Хитри. Хитрец какой-то, ребят, хитри. Появился у нас тут. Ну давай пока оставим так, как есть. Опять же, у него наверняка баллончик есть. Этот, наверное, мне даванет. Он ускоряется за... Ну, хочет ускориться за счет вирусов, что ли, не могу понять. Давай так сделаем. Интересно. Пока даже, ребята, не знаю, как сделать лучше. Давай так попробуем. Блин, вот эта гадость, конечно, 5-4. Тварь, а. Ну, здесь не повезло, ребята. Хотя гриб. Нет. Так, друзья мои,
Ага. Там этот VPN отключился. Смотри-ка, у него вирус здесь был. И смотри, что утворяет, а? О, даже как. 4. Давай, наверное, сделаем вот так. И вот так сделаем. Я надеюсь, у него вируса нету. У него другое. Так, ну что, смотрим на бомбочки, друзья. Вкусняшки у него, блин. Ты серьезно, твою мать? Ну кто знал, блин, надо было вот ставить вот этого вот охламона, и все было бы нормально. Ну, видишь. Я перестраховался, блин. Ну как перестраховался, я думал, что вот так вот будет лучше, блин. Под защиточку поставил, а он, видишь, как. Оп, и уничтожил его. Потом, наверное, ребят, за орех сыграем. Блин, тут Гаргантюа еще. Чертов. Этот, как всегда, ребята, на своих гаргантологи и там подобные. Драго, кто там? Драгобургер, блин. Сейчас посмотрим. Давай так сделаем. Что-то там никакого телефона туда. Сейчас я тут. Сейчас, подожди секундочку. Давай, наверное, сделаем так. Ага. Вот что у него. Это хорошо, что я не... А, блин, сейчас он разнесет меня. Он еще и под этим. Ребята, что, у него там наверняка... Мне кажется, ребят, я встрял, блин. Нет такого ощущения, а? Давай так делаем. Как тут сделать-то лучше, блин? Давай так вот попробуем. Что из этого выйдет? Какую-то гадость он мне готовит, ребят. Вот чую нутром, гадость готовит.
Что-нибудь, какой-нибудь вирус или еще что-нибудь новое. Ему либо сюда, да, переместиться можно будет. Давай я взорву его. Чтоб не елозил тут. А этот будет жить еще, гаденыш. Весь в блоках, блин, там. Что-то он, блин, что он задумал, а? Мне кто-нибудь объяснит? Уничтожает растение. Ага. Сдался? Да ладно. Так, друзья мои, я, наверное, видите, меня сейчас отвлекает, и мысли совсем не об этом. Обещал, конечно, еще сыграть кому-то там, с кем-то, блин, Вовке обещал. Блин, и этот. Короче, ребятушки, давайте, наверное, на сегодня закончим. Давайте в следующем... Вовка, я бы... А, это Лимон Рей. Нет, ребята, как бы сейчас, ну, уже некогда, да мне тут кое-что надо сделать, дела... Тут он уже обзванивает. Ну, не обзванивает, переписывается. Вот. Это. Давайте тогда уже в следующей, наверное, серии мы с вами нормально порубашимся. Безумные правила у нас пройдено. Пройдено. Да. А на сегодня все. Всем удачи и тогда до новых видосиков.